Happy holidays, everybody! Hey. Я беру вторую бутылку розового вина. Руки на минимум, чтобы не мешать. Хотелось начать с бодрых молодых рэперов LJ или Федука, но они-то отметили тихо, мирно. Дам тебе теплый шар, в космосе холода. Развлекаются умело те, кому за 70. Внимание, танцует 75-летний Майкл Дуглас. А это уже 77-летний Пол Маккартни с дочерью Стеллой. Детский новогодний снимок с отцом выложила Дженнифер Энистон. А это они уже вместе сейчас. «Люблю тебя, папа», написала Дженнифер в сети. Не просто любви, любви до неба пожелала всем Рената Литвинова. И чтобы вы сами любили, что очень важно. Даже важнее, чем если бы вас любили. Небо не предел, можно выше. Испанская парочка, сыгравшая в фильме «Три метра над уровнем неба», и в жизни встречались и расставались 2020 раз. Этот Новый год Марио Касас отметил с друзьями, а Мария Вальверде с мужем-дирижером. Дирижеры в юбках, Анна Нетребко, Сальма Хайек и Дженнифер Лопес руководят своими шумными компаниями. Кто справился лучше? Happy holidays. Только у Шерон Стоун тихо, просто наелись и упали. Падайте, но другим не мешайте, как Александр Паль. Домашние питомцы в доме Кэти Перри и Орландо Блума тоже устали от объятий. Доброе утро, страна. Куда прилетал Санта? На крышу. Диана Арбенина с дочерью Мартой с ним разминулись. Ну скажи что-нибудь людям, давай. Доброе утро, страна. В 2020-м вас целует с экрана и блондинка Эмбер Хёрд, и брюнетка Пенелопа Круз. Неплохое начало года.